Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Медведев, и вы на моем канале «Заработок в интернете без вложений». С правой стороны вы можете увидеть соцсети, на которые подпишитесь. Там всегда актуальная информация. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, если вам понравится информация. Я буду вам признателен. Сегодня мы с вами получаем 900 токенов от биржи LaToken. Эта биржа частенько предоставляет нам хорошие аирдропы, поэтому давайте не будем ей пренебрегать и пройдем регистрацию вместе со мной. Проходите по ссылочке под видео и попадаете вот на эту страничку для регистрации на этой бирже. Вводим электронный адрес почты, нажимаем Get Started, придумываем пароль, повторяем пароль, проходим капчу и нажимаем Register. Соглашаемся с условиями. И попадаем в свой аккаунт этой биржи. Нажимаем «Аккаунт». И здесь нужно будет подтвердить email. Нажимаем «Verify email now». И нам видим, что письмо отправлено на почту, где нам нужно подтвердить регистрацию. Переходим на электронную почту. Видим, что нам пришло письмо. И нажимаем Confirm Email. И вот пришло сообщение, что success, успех, ваш email верифицирован. Здесь нам представлены валютные пары, которые торгуются на этой бирже. Сохраните эту биржу к себе в закладочке, потому что сюда придут токены, которые она нам предоставила в качестве airdrop, который мы сейчас получим через Telegram-бот. Здесь кошелечек. Ну, на данный момент он у нас пустой. Ну и, соответственно, вы, наверное, знаете, как пользоваться биржей. Итак, первое дело мы сделали. Теперь нажимаем на вторую ссылочку, чтобы попасть в Telegram-бот. Она тоже будет под видео. У кого нет VPN, для того, чтобы попасть в Telegram-бот, ну и работать с Telegram и с другими сайтами, которые запрещены в нашей стране. Под видео будет обучающее видео. Бесплатный VPN, смен IP, как в Opera установить расширение для того, чтобы спокойно пользоваться Telegram в Google Chrome. Вернее, в Opera уже установлено по умолчанию в браузере Opera. А также, как на телефоне можно установить VPN и расширение в Google Chrome. Ну и масса есть других способов, которые, если прогуглите, вы найдете и сделаете это без проблем. Итак, переходим по ссылочке, нажимаем на вторую ссылку под видео и попадаем в Telegram-бот. Нажимаем на старт. Здесь нам нужно вступить в группу Telegram. Нажимаем вот сюда и нажимаем Join Group. Возвращаемся обратно, вверху будет стрелочка. И нажимаем Done. Нас благодарят за вступление в группу. И теперь нам нужно нажать на эту ссылочку, проследовать в Twitter, вступить в Twitter и после этого написать юзнейм Twitter без собаки, обращаю ваше внимание. Что мы и сделаем. Нажимаем читать, читаю и возвращаемся обратно. И сейчас нам сюда нужно написать имя пользователя Twitter без собаки. Вставляем и отправляем. Нас бот поблагодарил за вступление в группу, написал, что 300 токенов мы уже заработали, то есть $9. И теперь нам нужно пройти туда же в Twitter и сделать ретвит последнего поста. Проходим в Twitter, находим последний пост. Ну, давайте закрепленного поста сделаем ретвит. На всякий случай поставим лайк и на зеленый квадратик нажимаем и делаем ретвит. Возвращаемся обратно. И нажимаем «Done». Сделано. Теперь нужно ввести email. Обращаю внимание, что email нужно ввести именно тот, который мы с вами вводили, когда регистрировались на этой бирже. Нажимаем на стрелочку. Нажимаем «Done». Итак, мы с вами заработали 300 токенов, что составляет $9 США. А также этот проект, эта биржа предлагает заработать еще по 30 токенов за каждого друга, приглашенного в этот проект.
это составит 600 токенов, то есть 18 долларов. Также здесь есть меню, можно посмотреть баланс, пригласительную ссылочку реферальную, вот она у нас прописана, здесь можно получить, ну и какую-то информацию. Да, и пропустили мы с вами еще один пунктик, вот походу я его не заметил, но вы сделаете это вовремя, ну можете даже если не заметили, сделать это потом. Мы забыли вступить вот в эту группу, поэтому после того, как мы введем электронную почту и нас поздравит бот, то что мы заработали 300 токенов и 9 долларов, нужно будет вступить вот сюда еще, вот в этот канал. Ну я уже вступил, вы это тоже вступите и перейдете обратно. И теперь уже нажмете «Done». Ну, если это вы пропустили, то больше делать ничего не надо. Ну, а на этом все. Airdrop пройден. С чем я вас и поздравляю. На вопросы отвечу в комментариях. Кому-то была полезная информация, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, на соцсети. Ссылочки внизу под видео. Там всегда актуальная информация. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий проект.